Интерпогодка хорошая, погодка хорошая, вода где-то 28, солнце 32-35. Вот. А страшная Лебедева, ты страшная, как моя жизнь. И какие-то оценки даешь. Опомнись, мать. Ну что, ты гонишь, что ли? Ты смотри на себя в зеркало. О чем ты говоришь вообще? Не, я не пускаюсь, я же просто говорю, что я. Ну зачем? Я просто хочу людям дать понять. То есть какие-то страшные лошади там пишут мне, там, что вы гоните, что ли? Опомнитесь, что-то так сильно, сильно значимость большую себе придаете. То есть какая-то лошадь старая пишет мне, страшная. Страшная лошадь мне пишет, что мы там не очень. Да иди нахер отсюда, же гонишь, что ли? Вообще манданулась, что ли? Напомнись там. Вообще чудеса. Сургут, привет. Какие-то расчудесные мне пишут. Непонятно. Женя, ты дебил, скажи мне. То есть я просто, я ни к одному мужику не захожу в прямой эфир. Ты зашел ко мне в прямой эфир. Тупо написал какую-то чушь. Сам с нее смеешься. Ты реально себя чувствуешь, ты себя не чувствуешь дебилом. Реально, такой, сука, олень. Господи, откуда вы беретесь, блядь, клоуны? Я вообще охреневаю, Женя. Да, Лебедева, иди ты отсюда, жирное, толстое, страшное животное. Что тебе надо? Все, я понял, мне твой совет не нужен. Иди нахер отсюда. Что ты мне, как тебе еще объяснить? Я вообще не могу понять, какие-то придурочные. То есть, такое ощущение, людям говорю, животные, они еще больше пишут. Да нет, понятно, что пофигу. Ну, я просто с глупости стебусь. Это вот насколько нудная, скучная, неинтересная жизнь должна быть, чтобы написать вот хоть что-то, чтобы тебя нахрен послали, зато внимание обратили. Ой, сука. Иди отсюда, фулик Дмитрий. Последний раз молотом получал, когда в жопу тебя жарил, в жопу, когда тебе хуй засовывал, вот конкретно, когда он в горле у тебя вот здесь торчал. Такой ответ тебя устраивает, придурок, сука, животное тупорылое. Донецк, привет. Привет всем, привет, Осетия, привет. Я, как всегда, жгу, да. Дебилы, они нескончаемы, сука. А ОАЭ тоже привет. Привет, ОАЭ. Как у вас там? Тоже заезжали к вам, тепло, к Лизе заезжали. Бурятия, привет. Привет, мои дорогие, всем. Да я не могу не обращать внимания на дебилов. Как мне на них не обращать? Они же дебилы. Дебилы – это моя жизнь. Они преследуют меня постоянно. Они постоянно рядом. Они за мной следят. Эти дебилы. Такое ощущение, что вот они очень это как его рады. Очень рады, когда я на них гоню. Они прям такое ощущение заходят, такое. Надо обязательно что-то сказать, чую, чтобы он нас послал куда-нибудь в манду. Чтобы он тут прям сказал, что мы животные. То есть это такой интерес. Да, у меня с психикой беда, поэтому ты, ёбнутая, зашла ко мне и смотришь на меня, на дурачка. То есть ты зашла придурочная к человеку, у которого с психикой беда, который выходит на свои страницы общаться с людьми. А если у меня с психикой беда, то какая у тебя с психикой беда? То есть я вот не захожу к тебе, потому что ты для меня ты чмо, мясо. То есть я не захожу к тебе. Мне неинтересно смотреть, что ты. Ты заходишь ко мне. Хорошо, с психикой беда. Настя, пожалуйста, у меня с психикой беда. Иди, пожалуйста, отсюда нахуй. Очень тебя прошу. Потому что у меня с психикой беда. Зачем ты ко мне заходишь? Ты, сука, больная. Вот реально. Приведу Настю Демушкину в пример. Это пример тупости. Говорю, иди отсюда нахуй, животное. То есть, ну, нормальный человек бы, да, который до этого написал мне, что у меня с психикой беда, уже бы, естественно, ушел бы, чтобы не смотреть, по ее мнению, на дурачка. Пятое сообщение мне пишет. Настя, с психикой беда у тебя, а не у меня. У меня все нормально, я тебя
пятый раз посылаю, пятый раз, сука, называю тебя животным, а ты продолжаешь мне писать. Я не могу понять. Ой, сука, дура, господи. Идите отсюда, дебилы.